по поводу земли еще вопрос не решен. Юристы еще обговаривают. Как только будет все ясно, я сразу все выложу. Этим вопросом занимаются юристы. Им надо опять выехать сюда с кадастровыми инспекторами к нам на место, еще раз отметить наши границы, еще раз все отфотографировать, и только потом, чтобы уже четко были узаконены наши границы. Когда они это сделают, я пока не знаю. Они обещали сделать это в ближайшее время. И только после того, как будут все границы расчерчены, еще раз, несколько раз проверены, только тогда мы будем заключать сделку. Юристы с этим работают, а я жду. Так, ребята, привезли опять нам USB. Нам мы продолжаем утеплять кошатник и будки, и бытовки. И привезли профиль, чтобы закончить вот те вольеры. Ребята, взяла на 200 тысяч в долг. Опять в долг. Я понемногу гашу, и слава богу, что ребята дают мне в долг материал. А вот с железом у нас проблема. Профиль есть. Мы можем делать каркас. Трубы мы купили. Понемножку, но купили. А вот железо, ребят, вот все, что у нас осталось на крыше, но очень мало. Этого мало, потому что он двухметровый. Вот железо, ребята, а нас крыш вон сколько накрывать. Что там, ребят, очень нужно. Если можно кто-нибудь, ребята, помогите нам также. Нам нельзя останавливать стройку. Мы строимся уже второй год. Друзья, останавливать стройку ни в коем случае нельзя. Сами понимаете. Ячейка маленькая. Взяли два рулона для пробы, посмотреть, как у нас получится. Это чтобы у кошек сделать уличный выгул. Два рулона, конечно, мало, надо минимум 10. Два рулона взяли для пробы, чтобы обтянуть один вольерчик и посмотреть, как это будет выглядеть. Thank you.
Что, моя девочка, что ж ты у меня такая тяжелая? Вот, ребят, кровавая лужа. И это уже третья лужа за день. Я не знаю, смогу ли я вытащить ребенка, но очень тяжело. Очень тяжело. После того, как она выдала мне кровавый еще раз лужу, положила ее на кислоту. Сейчас капаю еще дополнительно еще кислоту. Думала, обойдусь, но... Ну, сейчас 100 грамм кислоты прокапаем. Аминокапронки. Друзья, еще одна жертва тербунского ада. Мы забрали ее из Тербунов. Друзья, доброго всем дня. Мои хорошие, сегодня вопрос у нас по корму. Нам предложили 10 тонн корма по 40 рублей килограмм. 10 тонн, ребят. Для этого нам надо 400 тысяч. Плюс 7 тысяч доставка. Итого 407 тысяч. Ребята, 10 тонн корма – это почти месяц спокойной жизни. Я прошу вас, мои хорошие, кто может, отзовитесь, пожалуйста. Ребят, пожалуйста,
Сами понимаете, приют – это не один день. Это месяцы и годы. Но животные хотят есть каждый день. И только мы с вами можем их накормить. Корм дорогой, друзья, везде дорогой. По 40 рублей – это просто счастье. Там проблема в том, что на упаковке какой-то брак. И именно поэтому его отдают по такой цене. Как только вы поможете нам выкупить этот корм, я все, разумеется, и сфотографирую, и вывешу документы. Я прошу вас, отзовитесь, мои хорошие. И мы накормим с вами нашу стаю еще целый месяц. Я прошу вас, отзовитесь, мои хорошие. Вы с нами, мои хорошие. Вы с нами. Вы наша надежда, наша жизнь. Я очень на вас надеюсь. Помогите нам, пожалуйста. Спасибо вам.